Всем привет! Сегодня с вами Вау Грим, и мы будем рисовать милого паучка на Хэллоуин. Берем среднюю угловую кисть, сплиткейк от MAC в фиолетовой гамме, и набираем так, чтобы темный цвет был на длинном конце кисти. Рисуем пушистика круглой формы. Теперь берем среднюю круглую кисть, например, четверка от MAC, и рисуем глаза. Один глаз намеренный чуть больше другого. Добавляем сюда желтого цвета. Теперь закрашиваем самым светлым фиолетовым цветом середину пушистика. Средним оттенком из сплита рисуем паучьи лапы. Нарисуем простой полукруглой формы. Используем тоже кисть. Делаем лапы мохнатыми, добавляя перпендикулярных полос. Кстати, оставляй комментарий под этим видео, ведь лучший комментарий получит приз от Маскарад Грим. Рисуем улыбочку и зубки черным цветом. Я использую тонкую кисть Liner 2.0 от MAC. Добавляем паутинку. Самую простую и быструю здесь особо не заморачиваемся. Обводим глаза паучка. Голубым или бирюзовым цветом рисуем радужку глаза. Добавляем черный зрачок и белые блики. Украшаем глиттером и готово! Использую этот дизайн на детских Хэллоуин-вечеринках и не только.